Всем привет! Спешу вас всех уведомить о том, что стартанул новый раунд. Раунд чего? Каждый год проводится соревнование Russian AI Cup. Вот. Ну, как бы соревнование по искусственному интеллекту. Когда-то давненько я участвовал, но не полноценно я участвовал, а жаль. Вот в этом году, в прошлом году, короче, каждый год приходят нотификации, что, мол, так и так, есть соревнования. И не было времени все время участвовать, либо мне не особо интересны были задачи те. Вот, но хочу вас всех уведомить о том, что скоро будет первый раунд. И все спешите, регистрируйтесь и участвуйте в этом соревновании. Оно довольно-таки интересное. Ну и тут, конечно же, есть призы. Первые три места получают макбуки. Вот. По-моему, дальше там футболки, дальше еще что-то. Не помню. Сейчас мы просто рассмотрим регистрацию и как это все дело запустить. И что это такое. То есть это искусственный интеллект. Здесь можно управлять. Вы пишете свою стратегию. Вот. И потом ваша стратегия участвует с... соревнуется со стратегиями других игроков. Вот, то есть можно писать на C++, Java, C#, Pascal, Python 2, Python 3 и Ruby. Вот, но первым делом быстрый старт. Ну, ссылка будет в видео под описанием. Дальше. Нужно скачать языковой пакет и Local Runner. Local Runner такая штука, которая запускает это все добро локально. И можно там посмотреть, отлаживать вашу стратегию. Ну, давайте посмотрим. Вот здесь есть песочница. То есть до первого раунда 11 дней. Вот. Давайте посмотрим песочницы. Песочницы — это люди просто тестируют свои уже стратегии, уже подготавливаются. И здесь вот во всей этой как бы табличке можно посмотреть результаты сражений. Вот. Сейчас идет загрузка стратегии, то есть загружается ваша стратегия других игроков, и они соревнуются. То есть кто больше там наберет очков. Error. Ух ты. Давайте вот эту попробуем. Оно только стартануло, поэтому, возможно, какие-то ошибки. Ага, во, это загрузилось. Я мельком это прочитал, что тут. Ну, как я понял, суть в том, что... Ё-моё, звук. Звук надо было включить. Вот. Фишка в том, что нужно управлять большим количеством техники. Вот как мы видим, большое количество... Ух ты, ё-моё, тут еще вертолеты есть и самолеты. Вот. Соответственно, есть тоже игрок. Вот он. И они двигаются. И в результате и эти двигаются. Короче. И нужно всем этим добром управлять и воевать. Давайте я промотаю. Попробую промотать. Вот, до того момента, когда они начнут друг друга лупашить. Так, и где они? Ага, вот они. А, так они же повоевали. В результате что-то... Давайте обратно. Вот идет месиво. Война такая. Ага, вот они встретились и начинают воевать. Воюют, что-то там воюют. Короче, прикольно. Вот, и в раунда первый раунд, второй, третий и финал, то там по предыдущим и чемпионатам, насколько я помню, там было, то есть песочница — это один на один. Вот, а там бывало так, что 4 игрока участвуют, то есть загружаются 4 стратегии. Вот, и вот этот искусственный интеллект соревнуется друг с другом. Как мы видим, вот здесь этот у нас неплохо выигрывает. То есть этот что-то подходит, его атакуют, он отходит опять. Вместо того, чтобы... А, вот... Ну вот у него агрессивная тактика, но уже поздно. Уже поздно, его уже и так мало. Соответственно, вот очков сколько он набрал? 200, а этот 400. То есть это в два раза больше. В общем, выиграл вот этот вот товарищ. Так вот, как же все... Как же стартануть? Первым делом зарегистрируйтесь. Давайте быстренько зарегистрируемся. CCPP.
просто. Не обещаю, что буду участвовать, но постараюсь. Вроде задачка интересная. Вот. Попробую, попробую. Так, аватарку я потом выберу. Я не робот. Короче, штука интересная. И навыки потренировать, и вообще интересное такое соревнование. Надеюсь, все правильно. Так, зарегистрировался. Сейв, окей. Дальше. Дальше качаем языковые пакеты. Вот он. Мы тут выбираем языковой пакет. Раз. Для своего языка. И. Так, я вошел или нет? Ну ладно. Дальше Local Runner. В общем, все это добро я уже скачал. Сейчас я вам покажу. Dev Russian Cup. Вот. Вот у нас это все добро тут есть. Дальше. Дальше это все надо распаковать. Где этот Russian Cup? И заходим сюда и копируем. Распаковываем один архив. И второй. Давайте нажмем Local Runner. Вот. То есть я покажу, как это все запускать. Так, давайте. Первое. Это у нас набор файлов по C++. То есть это вот уже подготовленный проект, который уже готов и работает. Его под Windows, он, как мы видим, батник есть, можно собрать, под Linux, вот SH, башовский скрипт. Даже есть SLN Solution, то есть проект под Visual Studio. Мы же это сейчас запустим в Ubuntu и под Qt. Но вот в таком простом виде он должен уже собираться. Первым делом мы знаем, что нашим скриптам нужно дать права на выполнение. Соответственно, сейчас вот этому скрипту, ну для того, чтобы его собрать, давайте дадим права на выполнение. Дальше, что у нас нужно? Sudo shmod плюс x. Добавить x права. И для файла compile g. Так, вводим пароль и пробуем собрать. Compile. Ну, точнее, выполнить этот скрипт. Вот. То есть это уже готовый проект. То есть я сейчас вам покажу. В правилах вы почитайте, я не хочу на это тратить время. Там есть отдельные правила, в которых там, ну, к примеру, вот, почитайте документацию. Правила, песочницы, я думаю, разберитесь. Как отослать свою стратегию, это тоже. То есть там по факту отсылается один или два файлика свои. Вот. Ну, есть пример стратегии на Java. То есть это почитайте. Мы сейчас что сделаем? Мы сейчас это просто все запустим. Вы посмотрите, как это запускать. Ну, по крайней мере, под Linux, под Ubuntu. Итак, собрали. Вот появился исполняемый файл MyStrategy. Его можно запустить. Но его нужно запускать тогда, когда запущен Local Runner. Local Runner это запускается такой сервер локальный. Вот. И который как бы ждет вашу стратегию. Вот, то есть там есть бот. Вот, и вы можете соревноваться уже локально, писать свою стратегию для борьбы с этим ботом. Вот. О том, что нужно для Local Runner, тоже написано на сайте. Поэтому мы под Ubuntu запустим его. Как мы видим, здесь есть SH скрипты. Консоль, Replay и Runner. Я не буду углубляться, что вот это такое. Вот если я найду время и все-таки приму участие, то я уже запишу видео и подробно расскажу, ну, о каких-то там нюансах. О нюансах тут можно еще почитать. Ладно. Так, Local Runner. Для Local Runner нужно сделать аналогичные действия, дать права на выполнение. Local, ну, что-то не понял. А, я ж не тут нахожусь, вот оно. Вот. Local Runner есть. Local Runner.
SSH. Есть. И запускаем local runner SSH. Сейчас запустится вот такое вот окошечко. То есть здесь идет ожидание запуска вашей стратегии. То есть ваша стратегия — это то, что мы собрали. Собрали мы вот здесь его. Вот, My Strategy. И запускаем My Strategy. Там идет соединение с этим local runner. И вот. И вот как бы ваша стратегия. То есть она идет. А это враг, это бот. Ну вот, и тут начинается война. Можно приблизить, вон что-то тут они друг другом воюют, но это не суть. Давайте закроем и подтянем это все, создадим проект в Qt. Так, запускаю Qt. Вот, сейчас запустим Qt, настроим это для Qt. Запустим там, чтобы можно было дебажиться. А, на что стоит обращать внимание? Процессорное время ваше достаточно сильно ограничено. Да, есть такое, это в документации можно почитать. То есть дальше запрещается взаимодействие с сетью, файловой системой и другими ресурсами. Тоже. Не больше 256 мегабайт оперативки. Если ваше ограничение по времени, она замораживается. Ну, если вы сожрете больше памяти, чем нужно, то ваша стратегия просто перестанет работать. И очки. Очки не обнулятся, но все равно это будет неприятно. Стратегия уже не будет работать. Так, создаю проект. Создаю проект в папке dev Russian Cup. Создадим папочку project. Так. Вот здесь по шурику. Ну, версия 1, короче, у нас будет. Версия 1, next, finish. Создали. А дальше, по-хорошему, вот он, версия 1. Сюда надо скопировать все вот это вот добро. То есть все исходники. Вот они. Скопировать. Дальше, файл main cpp удалили. Close all. Теперь в этот проект добавить все эти файлы. Добавить существующие файлы. Выбрали вот это. Ай, дальше. Добавить вот эти все файлы. Это вам не нужно. Это для работы вашего проекта. Но можете там поколупаться. Ну, не обязательно. И вот это вот добавить. Есть. Ваша задача — это реализовать. Вот есть стратегия, файлик. От него пронаследоваться. Ну вот My Strategy есть. И вот вызывается каждый раз на каждом тике игры ваша функция move. В этой функции, грубо говоря, move, вы выполняете все действия. Вот. То есть каждый тик у каждого игрока вызывается такая функция. И он уже может общаться с миром, узнавать какую-то информацию с игроком и выполнять всякие действия. Ну, давайте же попробуем собрать это. Не собирается. Правильно, потому что файлика main.cpp нету. Так, пересобираем. По идее, сейчас тут будет куча ошибок. Ну, понятное дело, что нужно сделать в Qt-шке. Именно в Qt нужно вот этот вот макрос defined, либо задефайнить, либо переименовать. Задефайнить я не помню, здесь в проектах можно установить свой макрос, это аргументы. Ладно, давайте переименуем просто. Или давайте сделаем вот так вот. Define Linux есть. А, надо перед MyStrategy, точно. Вот.
Давайте перец соберем. Нет, не хочет. Почему? Ну да ладно, короче, я переименовываю. И мне сейчас нужно найти вот это вот все, рефактор, и переименовать на... Linux. Вот. И сейчас мы пройдемся по всему, и где мы это все найдем, мы переименуем. Ну, это грабли. Ой, ну да. Точнее, это костыль. Нужно было бы просто в настройках проекта указать, ну, объявить этот макрос, что это Linux. Вот, но делаем вот так вот, как делаем. Так, Linux, Linux, Linux. Ругается на сокет. Угу. Так, давайте по этим H файлам пройдемся. Вот есть Linux. Раз. Дальше. Вот Win32. Вот есть Linux 2. Так, тут нету. Пересобираем. Кажись, все. О, все, собрала. Теперь можно запускать. Теперь смотрите. Всю вашу логику вы пишете в MyStrategy. Вот. Есть документация. Документацию обязательно читайте, потому что по каждому... вот эти классы менять не нужно. Это не ваши классы. Это для того, чтобы вы могли общаться. То есть вы по этим классам есть документация. На сайте у них есть документация, и она довольно-таки толковая. Вот. Все там хорошо расписано. Поэтому обязательно надо прочитать правила, вот документация, правила, песочницы, там, я думаю, найдете. Вот, и вся логика пишется только в этом файле. Вы можете подключить дополнительные свои файлы, но никакие вот эти все файлы не меняются, потому что там на сервере они будут в том виде, в котором вы скачали. Поэтому тут ничего менять нельзя. Поменяете, отправите на сервер свой MyStrategy, и работать уже не будет. Вот так. Теперь давайте попробуем запустим. Поставим точки останова. Ну, для того, чтобы попробуем, будет дебажиться или нет. И в первую очередь, что нам нужно запустить? Нам нужно запустить Local Runner. Вот так. Запускаем, ждем, когда запустится окно. Окно сейчас запустилось. После чего запускаем свою стратегию. Так, запустилось, кажись, вот оно. А, вот, нажимаем F5. Ну, как мы видим, наша стратегия работает. Вот, то есть мы можем дебажиться. Вот, то есть мы запустили это только что в Qt и можем дебажиться. Но это у кого Ubuntu, у кого там Windows, Visual Studio, то там проекты уже готовы для этого. Поэтому гораздо проще. Как вы видите, я могу остановить любой момент и дебажиться. Вот. И локально мы можем отрабатывать свои стратегии и потом отправлять на сервер. Поэтому всем рекомендую, крайне рекомендую участвовать в этом соревновании. Очень интересно. И задачка тоже интересная. Вот. Можете поискать в Гугле историю по разным годам, какие были задачки. Вот, но штука интересная, тренирует навыки. Так, первое место MacBook Pro, второе MacBook Air, третье Apple iPad, там четвертое, пятое, шестое, ух ты, на 4 терабайта винт. В песочнице тем, кто... Ладно, блин, всем участникам второго раунда вот такие футболки. Всем участникам финала тоже в футболке. Это в песочнице для тех, кто выиграет. Ладно, не знаю. Короче, нету времени. Вот. Поэтому вперед. И мой совет. Я когда начинал участвовать в этом, мне посоветовали сразу же все свои решения отсылать. Я этим советом не воспользовался. Я считал, что нужно отсылать только нормальные, хорошие решения.
В результате я не дошел до сотни. Я поздно начал играть, участвовать, и плюс я не вошел в сотню, первую сотню, которые присылают, ну, во второй раунд не зашел. Вот. А почему я туда не попал? Хотя стратегия была неплохая. Только потому, что надо сразу отсылать. Отсылайте любые свои решения, если не рабочие. Рабочие. Вы нарабатываете очки. Ваше решение соревнуется со всеми участниками. И вы очки постепенно растут, растут, растут. Вот. И, а тем временем улучшайте свою стратегию локально. Улучшайте, отсылайте, отсылайте, отсылайте. Вот. Поэтому вот мой совет вам. Поэтому времени осталось мало до первого раунда, 11 дней. И потом там, по-моему, то ли по неделе, то ли перерыв, да, перерыв тут вот неделя. Раунд первый, потом перерыв. То есть там дополнительные условия. То есть на каждый раунд там добавляются дополнительные условия и дополнительные возможности. То есть вы на первом раунде пишете одну стратегию, потом добавились возможности, к примеру, новые типы войск. Опа, вам уже нужно это учитывать. Пишете, переделываете стратегии. Потом в финале вообще там еще добавляются условия, новые условия. Поэтому советую, крайне советую участвовать. Очень интересно. Поэтому все, всем спасибо за внимание. Подписываемся, делимся и участвуем в этом соревновании. Все, всем пока.